Одинцовские госавтоинспекторы подводят итоги тематического конкурса подделок «Лучшая новогодняя игрушка» среди воспитанников детского сада номер 82. Ребята приняли активное участие в конкурсе. Среди работ бумажные дорожные знаки в мишуре, снеговики, регулировщики, настольные часы безопасности, снежные светофоры, автомобили. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров, особенно зимой. А затем все вместе украсили игрушками новогоднюю елочку.